Такі розв'язки сумасшедші, п'ятиэтажний. Да, я не знаю, на такой сколько высоте мы сейчас, наверное, 20-30 точно. Вот там Чикаго есть, как на ладони. Ну, вот, кстати, с правой стороны Лейк Мичиган, озеро. Как раз то, что ты читала. Озеро Мичиган? Находится всякие, ну, музеи, вот это все дело. Вот впереди город. Вау, как это красиво! У меня вид красивый получился в телефоне. Остальные башни не знаю, как называются. Запах какой? И ржем. Неплохо вот, смотришься. Кстати, с правой стороны вот эти, по-моему, все музеи, которые... Музеи? Да. Да, тут планетарии, музеи. Культурный отдых здесь на высшем уровне. Поехали. Я вспоминаю Москву, как там мы ездили. То стоишь, то едешь. Вот, смотри. Вот это есть. Вот озеро Мичиган. Класс. Как оно и красивое. Это как море. Огромное-огромное море с чайками. А на другой стороне что ли? Канада, да? Нет, по-моему, там что-то Мичиган. Там еще такое что-то, как полуостров, да? Тут бегуны бегают. Да нет, мы потом еще остановимся там. Люди не понимают, что ты снимаешь. А я не их снимаю. Ну вот ты объяснишь. Я скажу им, если спросят. Ты все равно спросишь. Я объясню популярно. Популярно объясню. Саша, виды красивые, не могу телефон выключить. Ты лучше вот заряжай. Слушай, такой свежий воздух с моря, с этого мичиганского. Водичка такая зелененькая. Мне все здесь нравится. Круто. Ладно, буду город снимать. Вот он, Велистава. Рядом с нами, по правой стороне. По левой. Ой, да, по левой. А где там эта обзорная площадка стеклянная? Я ее не вижу. Ну, наверное, с другой стороны. Ю-ху, мы в Чикаго! Мы тут потом припаркуемся, погуляем. По берегу, по набережной? Да. Ты уже здесь был, да, Саша? Да, мы здесь были. Хорошие воспоминания про город? Он прямо на берегу озера. Слушай, какой он красивый. Смотри, фонтан стоит. Фонтанчик. Саша на физиономию. О, смотри, сколько народ гуляет. Здесь, наверное, проблема с парковкой просто вообще. Машину припарковать негде. Ты уже почувствуешь, что будет проблема, да? А с другой стороны озеро.
Зелененькое такое красивое. А, зеленого цвета. Голубого.